Добрый вечер, дорогие друзья. Будем готовить баурсаки. Возьмем вот где-то примерно 0,5 простокваши домашней. На ней будем заводить. Затем возьмем чайную ложку соды. Добавим в простоквашу. Все это перемешаем. Тщательно. Туда же добавим 3 яйца. Перемешиваем все это дело. Берем чайную ложку соли, такую неполную. Три столовых ложки соли. Сахару я возьму. Туда же добавляем, перемешиваем все. Даже 4. Все перемешаем. И будем добавлять муки. Ну а муки сколько возьмет? Тесто. Тесто должно быть такое не сильно густое, не сильно жидкое. Вот здесь у меня пока 1 кг муки. Буду потихоньку добавлять, вымешивать. И посмотрим, сколько уйдет муки на все это. Замесила, конечно, многовато, но ничего, пойдет. Все съедим. Так, 1 кг ушел муки. Будем еще добавлять. Я думаю, 1 кг тут мало, конечно, будет. 2 кг уйдет. Ну, ушло 2 килограмма муки на все вот это тесто. Замесили вот такое, вот оно мягонькое получилось. Сейчас я его буду нарезать. На произвольные формы. Раскатаем не сильно такой толстый пласт. Примерно 1 сантиметр, может поменьше. Оно еще, когда жарится будет, оно поднимется. Должны быть получиться мягкие, пышные баурсаки.
Ну, примерно вот так вот где-то раскатываем такую толщину. Еще маленько раскатаем. Ну, где-то сантиметр получилось, может, чуть поменьше. Будем резать фигурки. Газ убавляем. У меня газ на газу стоит, нагревается масло. Уже нагрелось. И вот так произвольно режем на всякие-всякие фигурки. Как душе угодно. И пекем. Ну, первые я вот такие вот делаю. С выворотом. С заворотом. Попробую пока так. Наверное, большие чересчур получаются. Но ничего. Одну съел и наелся. Сейчас все тесто вот так вот раскатаем, разделаем на фигурки всякие. И будем жарить спокойно дальше. Что-то муха пристала. Летает и летает. Тесто прилипает, неохота муки добавлять. Потому что мука будет, когда будет жариться, будет гореть. Так раскатываю. Масло сейчас добавим, смажем маленько, чтобы не сильно липло на стол прям. Намажем и дальше раскатаем. Ну, эти мы режем произвольно на ромбики. Я что-то так решила. Типа ромбики, квадратики, треугольнички. Ну, что получится. Не стала дальше выворачивать эти фигурки. Сделала так. Thank you.
Первая партия уже жарится. С одной стороны поджарилась. Сейчас перевернем. Сейчас масло нагреется, и оно будет жариться все быстро. Это сейчас жарится медленно. Да и большой огонь не надо, оно сгорит на большом огне. Вот такие вот первые зажарились, такие получились поджаренные, вкусные. Сейчас будем жарить другие, другую партию. Видите, какие длинные получились. Мало на сковородку входит. Сейчас все тесто раскатаем, все изрежем и будем потихоньку жарить. В принципе, это несложное блюдо. Главное, чтобы была простокваша. Оно быстренько. Тесто заводится, быстро готовится. И получается много. Всем покушать хватит. Не на один раз. Смотря какая, конечно, семья. Если народу много, то может на два раза. А если мало, то может и на побольше хватит. Вот у меня получился последний пласт. Сейчас мы его также изрежем на фигурки и изжарим. Лишнее со стола убрали сразу, чтобы не мешалось.
В общем, все жарится быстро. Вот такая вкуснота получилась. Вот такая чашка. Там еще на одну сковородку осталось. Недожаренная. Сейчас я это все дожарю. Все это мягкое. Всем пока-пока. До скорых встреч. Заходите на канал.